Всем привет! Сегодня абсолютно отвратительный видос с реализацией не менее отвратительной страты. Для тех, кто давно не играл в доту, в патче 7.37 убрали ограничение на количество прыжков ульты Фуриона. Это было достаточно давно, но руки у нас дошли только сегодня. Есть один минус. Для работы ульты Фуриона нужно, чтобы он видел всю карту, а вардов всего 4 на команду. Что делать? Правильно. Покупаем аганим на Трента, который дает ему абсолютно сломанный скилл, который дает вижен вокруг любого дерева, пока его не сломают. И ловим профит. В итоге через 10 минут вся карта видна Фуриону. Берем в пачку кунку, получаем неведомый фан, угар и проклятие. Сразу скажу, играть так в рейтинге вообще не рекомендую. Больше 1,5 тысячи, и люди поймут, что все это контрится тремя предметами, которые стоят не так уж много. Но видос получился забавным. Приятного просмотра. Так, для начала нужно, чтобы ни Трент, ни этот в бане не был. Все, отлично, отлично, все есть. Кунка есть? Давай, 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 бери ты, бери ты. Подожди, сейчас же шники. Главное, чтобы не забанился никто из них. Угу. А это возможно. В теории. Ну, их редко, конечно, пикают. Фурион. Все, отлично, бери, да. Леха. Да, да. Так, у СФ серый будет ЮВА по любасу, поэтому надо будет как-то аккуратно играть. Ну и еще там ветра. Ну да. Ну, ты все разве ну, да, полностью? Я уже с самого начала профессионально закупился, блядь. Что там, 12 танго? Танго и сапог. В медуже так и стоят обычно, да? Все правильно, я ничего не путаю. Да, да, нет, все правильно. Все, хорошо. Ну, топ, ребятки, там немножечко плохо отстояли. Ну, хотя, типа, ровно. Но у них очень сложная линия, там Макс Санкинг прям сложно. Да и у нас сфера не особо легко. У нас тут СФ миллион урона плюс этот... Инвокер, класс, экзор. Ну и у меня такая же хуйня. Типа, меня он не убивает, но я его тоже убить не могу. У меня тупо урона нет. Серый, тэпайся. Нормас, 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 я ухожу. Блять, какие они хуесосы, сука. Нам бы СФ и серый закрепить как-то с тобой. Понемножечку из башни. Ой-ой-ой-ой. Хорошенько. Ой-ой-ой, как Лёха. Хорошо. Хорош кораблик. Ой, Лёха, ой. Некит, кура. Блядь. Курьер сил тьмы был убит. Ебать, он обосрался. Охуенно. Ой, хорошо, хорош, Лёха, Лёха, хорош, 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 Лёха. Хорош. Лучший. У меня почти аганим. Так, не, сейчас, я поставлю у нас в лесу. Здесь морфинг все равно не этот не качается, а у нас и у них чуть-чуть уже поднасрано мною. Все, сейчас воскрешаешь. Начинай с... А похуй откуда? Да, сверху я начну. Я дождусь, пока я типа. Все. Ну, знаешь, так-то
600 голды. Приятно очень. 600 голды? Ну, там 500 примерно, вот так вот. Я там не следил прям очень сильно, но в районе. Так, сейчас я ультану. Леха, не бей крипов. А, блядь, мне тоже фарм надо. Ну ладно, забирай, забирай, забирай. Блядь, Серый, не тебе на фарм жалуются. Ну он, блядь. Так, я в Октарин. Давай. Октарин, потом Моншардик и Рапирки. Так, у Серого уже косарь 100 голды, аганим, дизолятор, ПТшка. Нашел СФ на Фурионе. Фурионе. Так, я вернусь в их лес, когда у меня будет шард. Без шарда я туда не пойду. Так, еще немного и будет Октарин. Примерно минутки две пофармить. Началось. Началось. Давай сейчас посмотрим. Давай. 8 секунд. У меня 1350 голды. Угу. Семьсот голды. Хорош. Часер, погоди, пока на всех кемпах появится. Да, у меня за это время пол ульта откидывается. О, щит, это надо? Нет, бери. И сколько ты заработал? 400 голды, по-моему. Ну, блять. Но зато некий 30 секунд, и я еще раз ультую. Так, все, рапирка есть. Отлично. Только, Леха, если вдруг будет ситуация, что Серого в ветра подняли, не возвращай сразу. Попытайся вернуть, когда ветра закончится. Она и до сих пор скачет, Серый? Да. Отлично. Вот сейчас закончилось. Так, стоять. Нихуя себе. Ладно, продолжим. Блять, ты только купил рапиру, 3400, блять. Да. Вот еще один сакрит. Скажешь, когда давай крест. Угу. Так, все, что делаю там? ТП. Давай крест. Хорош. Назад. Хорош. Пошла возня, блять. Скажешь, когда. Давай, Лёх. Всё, возвращай. Ой. Так, погодите, я за рапиркой. Да не-не, мы хотим пофаниться, какой проебать. Не, мы фанимся, мы можем тут как проебать. Некит, блядь, у меня... Шо? Он взорвался, ты. Блядь. В следующий раз, когда я ультану, просто смотри, вот кликни на меня и смотри на количество денег. Окей. Okay. Смотришь? Ага. Вот да, просто да. Смотри на количество денег. Блять.
уберите нахуй свою паузу. Уже 200, блять. Еще 100. У Арквардинатеры, походу, потеряли пакеты из-за твоего. Я реально, мне интересно, в этот раз будет та хуйня, которая вчера была, когда у меня просто лагал интернет? А, да, Никит, у меня потери пакетов один. Уже потихоньку начинается. Тебе бы серый, блин, БКБ, чтобы на Верочку чисто. Да, это на победу. Так, смотрим. 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 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
Ебаш. Хорош. Сейчас еще раз. Сейчас еще раз полетите. Хорош. Бля, это пиздец. Это пиздец. Ой, ебать, всего на 300 голды этот ульт был. Потому что, ну, потому что все сожрал, да. Серый, ДТшка. Ебать. А, не, нахуй, нахуй, нахуй. Она мне не нужна. Понял. Так, Лёх, готов? Да, да, да. Стой. Возвращай. Так, ультую некит, смотри на баланс, блять. Давай. Лёха, готовься, поехали. Назад. Хорош. Ай, блядь. Готов, Лёх? Да, да. Едем. Давай. Возвращай. Какая хуйня. Блять, это пиздец. А когда-нибудь инвокер додумается дать мне ветра? Интересно. А мне тоже интересно. Но они теперь просто минимум один чувак бесконечно там сидит. Тебе, Серый, надо беспалевно как-то этот... Что это сказать? Ну, ладно, я знаю, я куплю все-таки БКБ. Все равно я только что его отбил, в целом, почти. Все, готов, Леха? Да, да. Поехали. Ебаш. Давай, хорош. О! Они купили некит! Я ебать вовремя, они купили! Ветра? Арквартен купил ветра, и полетели в меня ветра этого. Инвокера. Так, теперь, Лёха, у нас 50 секунд кулдаун. Я думаю, там мы пацаны наши поняли нашу стратегию, поэтому... Они просто не лезут, но это невозможно, они тупо на базе сидят. И некий, блин, тут блядь, некий, ебать, ты придумал. Так, Лёх, готов? Ебаш. Возвращай. Назад. Я убил его! Что? Ультой?
Мы членососы, сососы, мы членососы. Давай, блядь, нахуй, снаряд. Так, полетели. Ебаш. Ебать. Ого. Крепко. Такую доту игры, конечно, интересно, блядь. Ой, блядь, ой, пиздец. Блядь! Нихуя себя осуждаю! Ой, блядь. Блядь. Осуждаю. Осуждаю максимально. Быдло, блядь. Так, Лёг, готов? Да, да. Поехали. Давай назад. Хорош. Так, Лёг, готов? Дома. Лёха, готов? Да, да. Поехали. Возвращай. Ебать. О, минус Аегис. Мы, ну, мы скорее всего это проебем на самом деле. Не если соберутся. Хотя нет, уже это почти. Но они могут, они могут еще вытащить. Да похуй на этого СФ. Что он сделает, блядь? Спушит нам одну сторону против мег-крипов. Что? Бля. Лёха, ты на месте стоял? Пизда. Ебать, это хуйня. Ну, бывает. Тебя кихнуло с целью. Да ничего, это не так страшно. Тебя разве не засчитают? Так, Лёх, готов? Готов, Лёха? Всё. Ебаш. Давай. Блять, мне на самом деле реально жалко, ребят. Реально жалко. Мы просто испортили игру семерым людям. Не, ну ладно, короче, морф. Похуй. Ладно, морф, для него это изи ПТС, но... Просто бедолаг. Бедолаги такие. Это пиздец. Ой, фу, блять, фу нахуй. Серый, смотри, смотри на мини-карту, смотри. Да вижу. Давай. Зачем? Он не накинул мне крест. Понял, хорош. Но ничего, это не страшно. Это не страшно, я так скажу. У меня есть еще. Че, готов, Леха? Да, да. Ебашу. Давай, давайте. Давай. Давай.
Назад! Ебать, ты сильный! Ебать, ты сильный! А кто ему столько снес? СФ. СФ кританул с рапирой. Понял, блядь, пиздец. Лёх, готов? Так, Лёх, я тэпаюсь. Давай. Назад. Я разбираю рапиру. Да нахуй она мне надо. Понял? Можешь взять рапиру. Погнали, блядь, пока это. Сука, Акса нужно отвлекать. Ой-ой-ой. Лучше, лучше, лучше. Спасибо за игру, пацаны. Это пиздец. Это просто пиздец. Мы такие отвратительные. А, блядь, Лёхе дали бан. Ну, ничего. На сколько? 20 минут, бля. Вообще похуй. Скажем так, Никит, мне должны были дать бан за эту игру и желательно, блядь, навсегда, нахуй. Пиздец. Давайте пока мне подаст и рамку помпаем. Бля, это была дата. Блядь, Никит, просто глянь на мой нетворс. Стой, сколько ГПМа? 1502, нахуй. Мы бы Данечку в ванночке или на лавочке раком. Мы бы Данечку в ванночке или на лавочке в сраку.